В Иркутской области, в поселке Залари, местные жители сожгли заживо мигрантов. Ранее двое местных жителей подрались с шестью приезжими около торгового центра. После этого на стройку, где работали мигранты, приехали мстить несколько десятков местных на пяти машинах. Как сообщают местные жители, одного убили на месте, другому прострелили ноги, еще одному пробили череп, остальным переломали руки и ноги. Бытовки с людьми внутри закрыли и подожгли. В результате конфликта погибли двое рабочих, и пять человек обратились за медицинской помощью. Полицейские задержали более 10 местных, причастных к поджогу. Заведено уголовное дело по статье убийства двух и более лиц. На месте преступления работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции. Осмотр места происшествия провели с применением криминалистической техники. Личности всех подозреваемых уже установлены. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.